Беларусь на этой неделе вспоминает трагедию, которая описывает весь страх, жестокость и ужас Второй мировой войны. Ровно 75 лет назад фашисты сожгли деревню Хатынь вместе с ее жителями. События, посвященные дате, затронут всю страну, ведь Хатынь... Это мемориал не только одной деревни. Это памятник 9 с лишним тысячам сожженным белорусским деревням в годы войны. Так уже сегодня молодые активисты благоустраивали территорию мемориала. Также в эти дни пройдут выставки, конференции. Будут изданы архивные сборники и книги, открывающие новые факты об истории самой Хатыни, ее жителях и даже карателях. Трагедия практически вся исследована именно вот этот страшный день, 22 марта. Это действительно так. По сути дела, сегодня мы уже можем сказать, кто отдавал приказы, кто как действовал, где были в разный момент партизаны, где они находились, чем занимались жители деревень. Хатынь – это не памятник одной только деревни, это мемориал всем жителям Беларуси. Главное мероприятие, посвященное трагедии в Хатыни, 21 и 22 марта. На сцене Белгосфилармонии пройдет концерт «Реквием». В самом музее под открытым небом состоится митинг, участие в котором примут руководители госорганов, а также представители дипмиссии и главы религиозных конфессий. К трагическому юбилею свою премьеру приурочил телеканал «Беларусь-3». Четырехсерийный хроникально-документальный фильм «Хатынь. Война без правил» в эфире стартует уже завтра, 20 марта. За что была знищена мирная Хатынь? Те все каты понесли отказность? Яким чином зараз заховывается память? Як створался мемориал? И чему именно сегодня мы повинны памятать об этой трагедии? Все эти вопросы авторы проекта задали авторитетным специалистам. До речи, больше за 20 респондентов оказались содействовали при створении фильма. Участие в создании фильма приняли известные историки и архивисты. В проектах использована хроника 43-го года и фрагменты частичной реконструкции тех событий. Через трагедию одной деревни взгляд на трагедию всей Беларуси в Великой Отечественной войне уже завтра на телеканале «Беларусь-3» первая серия документального проекта.